But then a creeper appears. Steve is not afraid of anything. Battle begins. Enderman. I'll make Golem. It'll help me. Golem comes to the rescue. The night has come, and zombies and skeletons appeared. One zombie left. And a son saved Steve. Hooray! Hooray! Victory! We all know that Jenna, Ellen and Alice loves the game Minecraft. And today they gathered to play this game. Oops! Alice plays something else. Look at my El Primo! And what are you doing? We play Minecraft. Привет! Кто ты? А я Алекс. А ты кто? Я Стив. Круто! Ну, ты путник? Ну да, как бы. Да вот, недавно сюда пришла. Только ну, пару минут я назад. Тебя видел. Хочешь, могу сделать, так сказать, экскурсию по деревне? А, давай. Ну, пойдем. Тут у нас просто дома. Ой, я нечаянно, простите. Просто жилые дома. Вон там, спереди. Видишь? Да. Вот. Тут, так сказать, можно погулять в специальном месте. Да? Вон там, вот, познакомься, это кузнец. Здравствуйте. У него ты можешь попросить что-нибудь сделать. Вот его, так сказать, кузница. Но только никогда у него ничего не воруй, а то он разозлится. Ой, что-то меня уже несет, как-то, простите. Хорошо, ничего страшного. Вот, дальше у нас тут просто домики. Жителей у нас не особо прям много. Поэтому, ну, мы можем тебе выделить домик. Да? Да. Пойдем. Идем. Ой, что-то я проголодалась. Ой, это что, гром? Дождь начинается. Это гром и дождь. Ладно, погнали. О, вот эта молния, конечно, ударила. Так. Надо покушать быстренько. Вот это мой дом. Он, конечно, небольшой, как все, но уютный. А вот это, наверное, будет твой дом. Вот он. Ну, ты обустройся тут пока что. Вот это все, что есть. Потом можешь сделать перестановку такую. Ой, смотрите, тут житель забыл изумруд. Ну, ничего страшного. Он уже уехал. Поэтому... Он сказал, что если кто-то придет, может забрать себе. Также хлеб лежит, да? Да, хлеб лежит. Отлично. Хорошо. Пойдем. Я тебе сделаю экскурсию по нашим зверям. Ага. Смотри. Ой, эти.
Что-то. Заработать можно по-разному. Например, грядка. А, еще, например, лесоруб. Лесоруб? Да. Ну, дерево добывать. Ну, вон там впереди, в сторону крутится, если пойти еще дальше, там можно найти лес. Смотри, тут также у нас есть ламы. О, и есть бродячий дарголец. Голем. У нас есть голем, который, конечно же, нас защищает. Вроде бы их несколько, там три, это один из них. Дальше смотри, курица. Курочка. Она тут плещется уже второй день подряд. Ей все равно, поэтому... Она выбраться не может. Нет. Бедняга. Она тут уже несколько недель. Вот это тоже ее друг, который тоже... С яйцом. Яйцо. Ой, а вы же сейчас не выберете. Откопай, пожалуйста. Вот, пожалуйста, идите. И как раз таки курица здесь побудится. Да, что такое? А, вот. Курочка, давайте. Давайте, мистер Курочка. Ну что, готовы? Возможно, да. Вылупится цыпленок. Раз, два, три. Эх. Ну, к сожалению, не вылупился. Ну ладно, пойдемте. Ну да. Также у нас тут есть коровы. Вот они. Коровки. Видите? О, котик. Да, кстати, я забыла вам сказать. У нас в деревне есть очень много котиков. Ну, вы близко не подходите, они боятся людей. Хорошо. Ну, приручить трудно, в общем. Хм. Рыбы-то они особо прям много. Ну, тут неподалеку было озеро, поэтому рыбу, в принципе, можно и достать. Ну, да, так. Ну, все, в основном, вот и закончилось. А что это? Это не заходить. Это памятник, да? Это главный дом мэра. Но не заходите туда, а то будет, ну... Трындец, да? Можно даже так. Ну, тогда понятно. Ну, что ж. Вот, пойдем, я сейчас уже закончу. Я тебе, так сказать, дам подарок небольшой с новосельем. Вот, и мы пойдем по домам. Идем. Все. Ну, ты начинай развиваться, то есть надо что-то постоянно делать в этой деревне. Вот, это пока что я все, что могу тебе дать. Ну, так, так вот, держи. Что это? Да ладно, броня. Ну, это все, что у меня есть пока. Ой, ой. Ой. Держи. Спасибо вам. Не-не-не, стой. Вот. Еще. Так. Тут. Вот что я еще хотел сделать. Вот, держи. Тут тебе еда. На. И тотем бессмертия. На всякий случай. Может что-то случится. Спасибо. Все, тогда давай. Все. Удачи. До свидания. Пока. Пока. Enough. Let's print a new mobs. Okay, let's go. As usual, Jenna starts to create 3D models. Now Jenna makes Alex's head. This is mouth, and it will be eyes. Model of Alex is ready. Now will be cat's turn. Kitty! Hooray! Additionally, the kids decided to make cow and chicken. Everything is ready. Now we can print. And then play! Our subscribers saw 3D printing many times, so we will show only printing of Alex. Alex is done. Now we have to glue and paint her.
and I will paint the cat. Kitty waits for his tail. That's it! Look what we have! And now let's play! First, we'll build a house. Kitty also helps to build. Well done, Kitty! We have our own golem in our village. It'll protect us. You can't catch me! Kitty, come here! The cow runs away! We will catch it! The chicken will be mine! Oops! Everybody wants chicken! Animals run away all the time! Let's build pet dog! Here's our cow. Chicken runs away. You can't catch me. Go home, baby. I accidentally hit the golem. Now it will not leave me alone. Get away! Leave me alone! What are you doing? Leave him, monster! You can get me, you can get me. So kids were fooling around till the evening. Bye bye. Thanks to everybody. Subscribe us.